зрители, слушатели, наблюдатели, сочувствующие. Всем привет! Мы с вами, компания «Отличный мир», я Александр Кутузов. Сегодня мы сдаем очередную вашу интересную очень такую идею, да, то есть это камин, значит, в бане, в общественной бане, то есть, как бы, ну, вот, чтобы было людям где посидеть, вот, у огонька, пожарить шашлыков, там, может быть, чай скипятить, то есть, с дымком. То есть, фишка бани, то есть, есть камин с живым огнем, то есть, в комнате отдыха, да, то есть, вот такая была задумка. Значит, был здесь другой камин, мы его разобрали, выкинули, сделали вот такой брутальный. Баня называется «Охотничий домик». «Охотничий домик». Город Ангарск. «Охотничий домик». Значит, и вот, соответственно, по стилю он должен был, ну, быть сделан как будто бы из старого камня, то есть из каких-то там обломков, да, то есть, ну, должен быть, соответственно, на ощупь приятный. Ну, чтобы это было безопасно, да, такой гладенький, мягенький и теплых форм. Значит, ну вот пришла такая идея сделать его из недорогого кирпича, обработав его в виде окатыша, да, то есть, ну, или в технике это называется галтование, скругление форм. Значит, вот изготовили кирпич, окатали его, кирпич улан-удэнский с романтическим названием «Арбиджил». Значит, самый дешевый, который есть в регионе, абсолютно. Ну и вот так вот он после обработки стал выглядеть. То есть снабдили карниз контровым светом, да, то есть вот смотрите, сочетание игры голубой, оранжево-желтый, здесь розово-красный и голубой. То есть вот два контура голубых, между ними красно-оранжевый, да, то есть сочетание цветов на контрасте дает, ну, удивительную игру цвета. Значит, создает романтическое настроение. Можно прийти сюда с женой, с подругой и прекрасно провести время. То есть, как бы, ну, можно с двумя женами прийти или с двумя подругами. То есть создать компанию и очень уютно, да, посидеть у камина, попариться в бане, попить чай, то есть, как бы, ну, и поразговаривать. Здесь, значит, камин снабжен дровяником. Закладка примерно 0,7 куба, да, 0,6. Хватит на неделю, чтобы не выходить отсюда, если его забить дровами. Значит, подиум. Ну вот пришла идея сделать подиум асимметричный. Потому что вот смотрите, вот какой антураж в охотничьем доме. Значит, голова и зюбря. Значит, ну вот как раз она, видите, над дровяником прямо вместилась, да, то есть очень удачно. А с другой стороны будет голова вот этого гурана, да, то есть вот такого вот. О, вот такой вот гуран, представляете, кто-то же его добыл, да, вот красавчик. Ой, если на такие рога попасть, то, наверное, мало не покажется, да. Это горный козел, архар, да, наверное, он тот самый. То есть такой мягкий, тепленький, хороший, короче. Но он будет висеть вот в том углу, симметрично возле камина. Вот тут вот. Такие заказчики уже в предвкушении вот такого камина из старого камня, значит, повесили такие светильники тоже под старину, и они с мерцающими огоньками, да, то есть как будто это керосиновые лампы старые. То есть очень в интерьер они клево вписываются, то есть как бы. Все так настолько здорово, гармонично, как будто все это было на месте изначально. Отдельно хочется сказать про подиум. Значит, новая фишка, которая, ну, не так давно начала практиковаться. То есть, ну, мы первую такую штуку 3 года назад сделали. Значит, это предтопочная площадка в виде 3D-зеркала, бездомного зеркала, да, то есть предтопочный лист. Значит, здесь хорошо, подиум кирпичный, да, он как бы и не нуждается в этом, здесь просто он как бы для антуража. А если вот, допустим, подиума нет, а требования к открытым каминам, чтобы была притопочная площадка, то вот такая вещь, она очень позитивная. Здесь вот видите, по нему можно скатать, то есть как бы вот так вот, да, то есть ну, все крепко на самом деле. Можно кидать поленья, можно там, ну так, умеренно. То есть, и, конечно, молотком стукнуть, разобьется. Сильно стукнуть. А так
так, потому что ну, вполне крепкая, прочная конструкция. Вот. Ну, подиум, он просился, вот этот асимметричный подиум, потому что вся конструкция асимметричная, то есть дровяник с одной стороны, а основной массив камина в центре, да, поэтому подиум получился такой вот полуовальный, да, то есть чтобы занять, ну, то есть отобразить, как бы, в горизонтальной проекции, да, то есть вот, горизонтальной проекции, эту конструкцию, то есть, и если мы отойдем и посмотрим, от начала комнаты, то он очень будет гармонировать, то есть вот именно асимметрично такой подиум неровный, очень будет гармонировать, потому что эта конструкция тоже она асимметричная. Значит, зольник. Вот если мы внимательно посмотрим, то тут есть дракончик такой, наш кузнец. Его выковал вручную сам. До зала будет с колосников всыпаться. Кто-то мне уже говорил, что нельзя в каминах делать колосники, что это приводит к задымлению. Но к задымлению обычно приводит мусор в мозгах, а не колосники в камине. Колосники в камине играют роль для центровки пламени. То есть основная их функция и назначение колосникового горения в открытых каминах — это центровка пламени. Посмотрите, как оно правильно горит, не разбегаясь, не разгребаясь. Вот с колосниковой зоны, да, если внимательно посмотреть, именно с колосниковой зоны пламя центруется ровно вверх. То есть, если бы колосников не было, оно бы стелилось по задней стенке. Но колосники решают этот вопрос именно центровкой пламени. То есть, если мы даже делаем барбекю, допустим, ну, какие-то очаги для приготовления пищи, то там обязательно предусматриваем зону колосников, где происходит розжиг дров, превращение их в угли, да, то есть как бы там пламя как раз центруется, чтобы вовремя удалить дым, чтобы он не мешался, то есть направить его в нужное русло только для этого. То есть, ну вот в комментариях кто-то говорил, что нельзя так делать. Ну вот оказывается можно по факту. То есть все работает, нигде ничего не дымит, ни к чему это не приводит, а приводит к удобству. Зола ссыпается через колосники прямо в зольный ящик. Потом его просто вытаскиваешь, уносишь и выкидываешь, и все, и опять вставляешь. То есть не надо кочергой там делать, веником там что-то вот такого. Все удобно. Ну вот, вкратце и все. А, ну задвижку поставили шестерик. Значит, поворотная задвижка рубцовского литейного комплекса. Очень удобная. Очень функциональная, в отличие от финских, это два шага вперед, практически нанотехнологии для финнов, потому что финские задвижки, они не оборудованы храповыми устройствами, да, то есть и не позволяют плавно регулировать движение газа. Эта задвижка, она на 4 положения снабжена храповиком, то есть механизмом торможения, да, то есть там чик-чик-чик-чик, постепенно переключаясь, можно отрегулировать скорость движения газов, то есть за счет увеличение, уменьшение сечения проходного канала, да, в трубу. Ну вот, вкратце и все об этом сооружении. Значит, через 2 недели, когда оно высохнет, высолы вылезут на место, мы его приедем и покроем, наверное, лаком и сделаем контровую подсветку трубы. Потому что труба, ну вот видите, как во всем этом антураже световом, она как бы потерялась немножко. Сами выключите там свет. Посмотрите, видите, трубу практически не видно, да? То есть, а если вот сделать вот сюда вот такое же освещение, только не голубое, а вот такого цвета, вот сюда вокруг трубы контровое, то будет вот такая же вот картина, как здесь. Как вот здесь. То есть, или как вот здесь. Вот. Или как вот здесь, смотрите, булочки окатанные, мягко освещаются и создают такую приятную на ощупь, даже на ощупь и на взгляд форму. Вот труба сделана также из окатышей, поэтому ну, просится туда еще один контур освещения. Ну, трансформатор мы убрали с запасом, то есть как бы я посчитаю еще мощность, которая фактически установлена, и наверное, я думаю, что ватт на 30, на 40, даже ну, на 25 точно мы найдем там
возможности от этого трансформатора еще поставить небольшую ленточку, чтобы она вот так вот освещала трубу. Только снизу вверх. Будет красиво. Потом мы вам об этом расскажем. А еще прилучиться. Спасибо за внимание. С вами была компания «Печный мир» и я, Александр Кузов. Дорогие мои, мы, вот я от лица своего мужа и внучки благодарим вас за вашу проделанную работу. Я даже без слез не могу говорить. Вот честно, вот от души, прям короткий срок вы сделали для нас такую сказку, чтобы мы в дальнейшем могли свои планы, свои цели достичь. Спасибо вам огромное. Спасибо. Говорить красиво не могу, быстро учимся, но тем не менее, вот, вместе с вами мы вот добились на данный момент вот этот красавец наш, который нам будет помогать, да, и греть, приносить нам тепло, скажи, зарабатывать деньги, да? Наши цели, планы. Скажи спасибо. Александр Валентинович, Саша, Алексей. Значит, Максим Николаевич, вам тоже огромное работы. Спасибо за то, что пошли нам навстречу. Возможность приятно было познакомиться, пообщаться. Я думаю, что это не первый и последний шедевр ваш именно на этом участке земли. Работала над созданием сооружения команда. Значит, автор и руководитель проекта Александр Кузов. Старший печник Авдеенко Александр. Покажите его, спасибо, пожалуйста. Спасибо. Старший на объекте печник. Помощник Алексей. Спасибо. Всех помощников нету, получается? Да, всех помощников нету. Яков у нас отсутствует на работе. Эдуард тоже отсутствует. Ну, он с Иркутска, то есть и не смог приехать. Значит, ну, они тоже были. А все сопровождение документальное, ну, вела Бахаева Наталья. То есть ей тоже спасибо. Потому что... Наташеньке огромное тоже. Привет и большое спасибо от нас, нашей семьи. Все. От семьи Авдеевых. Вам спасибо, что обратились к нам, что нашли нас. А думаю, что будем дальше взаимодействовать. Да. А все началось с ремонта. По плану здесь должен был быть ремонт, чтобы заменить 10 кирпичей в топке. Ну вот 10 кирпичей заменено. Александр Валентинович приехал и поставил свой диагноз. Ну все, спасибо. Ну все, спасибо.